Осторожно, хакеры! СБУ предупреждают, что Украину, возможно, ожидает новая масштабная кибератака. По данным спецслужб, злоумышленники нацелились на крупные государственные и частные компании. Их основная цель – дестабилизировать ситуацию в стране. В СБУ получили информацию, что нападение могут совершить через обновление программ. Механизм будет схожим с кибератакой в июне этого года. Напомню, что в начале лета были парализованы компьютеры сотен госорганов и предприятий. Досталось и частным фирмам, в том числе и банкам.